Новый год невозможно представить без подарков. Как жаль, что большая их часть отправляется в мусорную корзину. На этот Новый год мы решили превратить мусор в подарки. Мы взяли пустые бутылки из-под шампанского и подарили им вторую жизнь. Пройдя сложный путь, попробовав разные техники и сменив несколько производств, мы превратили их в самый главный и душевный атрибут Нового года – елочные игрушки. Каждая бутылка обрела вторую жизнь в наборе авторских елочных игрушек. Осталось придумать красивую упаковку, добавить личное послание, и набор игрушек игристых готов. В результате из 1050 пустых бутылок мы получили 2820 уникальных игрушек, которые приятно удивили 700 наших клиентов и друзей и подарили им немного волшебства на Новый год.